Всем привет! Сегодня я хочу сделать анбоксинг наушников, которые я заказал на Wildberries. То есть мы вот видим, что эта коробка у нас пришла целая. Наушники называются TWS-i100. Распакуем. То есть мы видим, что у нас есть дополнительная защита, дополнительный пакет. Также у нас какая-то бумажка есть белая. Это у нас инструкция, видимо, от продавца. Да, вот тут пишется, что в случае, если будут какие-то проблемы у нас, то мы можем написать на почту продавца, обратиться к нему с вопросами своими. Отложим пока что. Приступим дальше к распаковке наушников. Наушники у нас хорошо запакованы. Две слюды. Вот как они выглядят, когда мы их открываем. То есть наушники похожи на AirPods, на первые, на вторые. То есть также у нас здесь есть разъем для зарядки. И я читал, что вот эти вот точечки, это обозначает уровень заряда. То есть вот. Они вот пришли новые. Я их не заряжал. И как мы видим, они имеют заряд 3 палки. Также что у нас есть еще в комплекте? Инструкция. Только это уже, видимо, оригинальная инструкция, которая идет от самих наушников. Она у нас на китайском и на английском языке. Тут мы видим комплектацию. Видим инструкцию по синхронизации с телефоном, с нашим. Также откладываем это в сторону. Смотрим, что у нас еще есть в комплекте. Еще у нас в комплекте идет вот такой вот маленький провод для зарядки. Стандартный. Это, видимо, разъем Type-C. Да, он у нас все подходит, все работает. Давайте проверим, как сопрягаются наши наушники с телефоном Samsung. Вот, мы видим, что мы включили и Bluetooth, и у нас они пишутся как i100. Все, подключено. 70% заряд. Спасибо за внимание.